Всем приветик! Это я, Надка Солнце. Приветствую вас на своем любимом месте, на кухне. Сегодня решила приготовить стажки или стошки. Стажки. Стажки. Мы с мужем спорили, как правильно сказать. Как готовить знаем, а как называть правильно, не знаю. Ну, стажки. Все, наверное, это блюдо ели, все знают, из чего оно состоит. Ну, каждый, наверное, готовит по-своему. Я сейчас расскажу, как готовим мы. Фарш делаем сами. Всегда, всегда, никогда не покупаем. И никому не советую покупать готовый фарш. Фарш можно любой, из курятины, из хоть с чего хотите. У нас свинина плюс говядина. Сыр. Я взяла средней твердости, но желательно потверже бы надо. Картофель, яйца вареные, масло растительное, майонез, ну, там соль немного. Ну и все, пожалуй, если я ничего не забыла, потому что чего-то я беспамятная стала. Сегодня со мной цикламен, я его уже показывала, он все цветет, пахнет, аромат такой. Мы вчера доклеили обои в комнате, и они вечером такие сиреневые. Я показывала на видео, но там не такой цвет. И так вот он прям красиво смотрится на фоне этих обоев. Очень здорово. Так что потихонечку у нас там заканчивается все. Сегодня уже новые шторы повешаем, к вечеру попозже. Но сейчас надо приготовить, потому что мне завтра муж идет на работу, надо с собой кушать сделать. Так, сейчас мы будем делать лепешки сначала из фарша. Их еще можно смешивать, это кто он есть, скажите, с крошкой. Вот с такой штучкой, с панировочной смесью. Но мне не нравится, я не делаю. Вот она у меня стоит без дела. Фарш сам по себе, он мягкий такой, хороший. Ну, сам делаешь. Не знаю, мне нравится, какой он мягкий, прям сочный. Так, ну, сейчас определимся, какого размера будем делать. Ну, у нас все что-нибудь догудит, что уже все привыкли, нормальные люди. Ну, вот, наверное, ну, такого да. Размера вот. Так вот. Да. Я не смазываю, потому что фарш, он же все равно с него, ну, как бы, жирок стекает, ничего не прилипнет. Я делала, по крайней мере, было так. Точки. Что? Я сейчас, наверное, туда перейду. А что, почему? А, ты же с этой стороны хотел. Так а что моя? Все тебя уже знают. Чего молчишь-то? Маячит кого-то. Так. Сколько он сюда войдет, чтобы они протеклись. Духовки у всех разные, поэтому по времени я вот даже ничего не скажу. У меня, скажем, не быстро печет духовка. Что-то устали, мы вчера долепляли обои до 12 ночи. Я не люблю растягивать вот эти ремонты, я их просто ненавижу.
И поэтому прям вот быстрее надо вот сделать все. Ну. Чё? Ну, выключи, как хочешь. Ну, такие лепёшечки мясные у нас получились. Это что получается? 7 штук, да? Вот на такой противень. У меня побольше есть, надо было на него, но я что-то на этот. Ладно. Так. Сейчас будем тереть яички. Это я их смешиваю немножко с майонезом. Вот я потерла яйца и добавим сюда и майонеза. Некоторые добавляют сметану. Выдавите до конца. Сил нету. Надо приспособить. Перемешаем. Это весь? Да, там это выбросить можно. У меня вон есть еще. У меня всегда есть, ну, все про запас. Ты же знаешь, что мне вот я не могу, когда мне холодильник пустой. Я не к еде равнодушный человек. Я не знаю, это, наверное, от родителей, что ли. Всегда вот в советское время же вот запасы делали, да? Мама, если покупала макароны, помню, килограмм 5 за раз. Так, солить не буду. Рис там, ну и все прочее. Если масло сливочное, в пачках обычно брали, новосибирское, в зимний период времени, коробку брала. Ну, как-то вот привыкли, вот и мы к этому вот привыкли, чтобы запас был всегда дома еды. Не знаю почему. И никак, и вот я уже выросла, а дочка у меня не такая. Ей не надо, дети другие уже. Ну вот. Сейчас мы положим эту смесь, скажем так, на фарш. Некоторые лук обжаривают, ну просто я ела такие. Лук обжарят и сюда вот. Но я не люблю так. Я лук добавила в фарш. Поэтому мне не надо здесь лук никакой. Он уже присутствует в мясе. Чарли, ты что, бегаешь? Доедай. У нас когда это фарш делаем, кошкам праздник. Они объедаются просто мясом вообще. Не, он не стал с тарелки, а с полоски. Ну, боится. Тарелка-то не такая. Ничего, у меня ручки чистые. Так. Яичную эту массу с майонезом я распределила. Два яйца у меня осталось. Ну, как бы вот. Насколько вам порции надо, вы там сами определяетесь и все. Сейчас буду тереть морковку. Да что мне эта морковка сегодня? Картошку. Картофель я потерла, сейчас будем картофель положить. Я руками положу, ничего, что ложка его неудобно ложит. Такие вот у нас
Стажки. Стога сена. Стога. Да. Сейчас картофель я немного присыплю солью. Немножко, прям чуть-чуть. Хотя не обязательно, но я это делаю. Сыр-то тоже еще я взяла не очень соленый. Сейчас сыра-то доброго нету. У нас, по крайней мере. Чарли. Растарахтелся. Ну, он поел мясо, благодарен нам. Так. Че, показать тебе? Ну, грязный, как всегда. Старенький. Светит своими фонарями. Ну, вот так вот. Примерно что-то выглядит. Я говорю, наверное, уж все знают, готовили. Ну, просто каждый по-своему что-то делает. Я не добавляю ни чеснок, никакие приправы сюда. Фарш я добавила, перец. И все. Черный. Больше ничего не добавляла. Вот вам стога сена. Так, давай я тарелочку беру. Ну, а как? Мне еще сыр тереть. Нет, я сейчас... Ну, выключу. Включу. Сейчас будем тереть сыр. Завершающаяся стадия. Ой, сегодня еще заблокировала одного человека. Знаете, интересно, вроде ничего обидного, ничего такого. Но мне кажется, здесь многие хои воды, вот именно кто хои любит. Просто женщина написала, вот до чего доводит. Как же, разведение воскового плюща в квартире. Что за дурость-то какая-то? То есть я, видимо, она посчитала меня неадекватной. Может, многие так посчитали, дизлайков много. Но я, по крайней мере, как сказать, знаю, что не только, как говорится, всем нравится, ну и не нравится тоже. Но мне просто... Я ее заблокировала. Я сказала, буду блокировать без разговоров. То, что мне не нравится. Я, наверное, перейду на ту сторону. Не приходи. Ты меня уже закрутила, если честно. Вот. А здесь она как бы вот цветок обидела. Не меня. Почему здесь хои вообще? Да они радость приносят. По крайней мере, мне. Ну, нашей семье. В семье-то мы не ругаемся. И не только радость. Ну, ругаемся, конечно. Не без этого. Мы сегодня поругались. Ну, не до такой степени. Вот. Но я заблокировала и все. Даже, может, никто не успел увидеть эту да, запись. Правильно. Потому что через минуту ровно. Я случайно открыла. А то мне же уведомления приходят. Здесь были, я думаю, задеты чувства любителей хой. Вот и все. Я посчитала, что я права. Берем сюда. Теперь с сыром. Сыром посыпем. У нас точно сток сена будет. Ну, это все осядет. Опять туда идти надо. Ты че маячишь? Ну почему? Все не падало, а сыр падает. В чем дело? Придавливать маленько. Вот. Сыр, видишь, он рассыпается. А что, купила терку новую, а у нее крупные. Там есть помельче, надо было на ней тереть. А, ланч. И я никак не могу привыкнуть, что у нее какие-то крупные. Старые, на старые у меня прям идеальная была. Мелкие надо, да? Ну помельче бы как. И ты спрашивал, где стога?
Кто, я? Ну да, что плоские какие-то. Да почему? Да просто. Вот. Блюдо очень сытное. Ну, я даже не знаю, нужен гарнир или нет. Лучше овощи. Вот прям овощи. С овощами замечательно. Какой гарнир? Ну тут и картофель, все на свете. И сыр немножко остался. В понедельник у меня дочка приедет, поэтому я маленько тут опять пропаду. Но она на 2 дня только. Видишь, работает. Ой, в столовую ложили столько сыра. Мне как-то случалось есть в столовой такое блюдо. Давно-давно. Они в сумки себе так кладут. Не оскорбляй людей. Всем жить хочется. Особенно в нашем государстве, сам знаешь. Так вот. Ну, вот это вот куда-то не лезет мне уже никуда. Вот наши полуфабрикаты получили сверху, прям сверху, сверху их покажи. Угу. Вот у меня в такой последовательности все это складываю, ну, укладываю. Сейчас включаем духовочку и ставим готовиться. Как будет готово, я все выложу, вам покажу. Насколько? У всех духовки разные. Ну, в среднем 30-45 минут. Это среднее время. Вот, ну, по крайней мере, вот так вот у меня. Угу. Наши стажки готовы. Только они уже превратились не в таких огромных стога, а вот такие аккуратненькие стали. Нормально, вкусненькие. Вот. Больше вкусный хлеб. И вот овощи. Ну, если кому-то гарнир, кому, какой хотите. Так что сейчас попробуем. Так, но я на своей духовке готовила при температуре 180 градусов 45 минут. Ну, у меня, и сами видели, что я и мясо толстый слой ложила, не знаю. И как бы всего много было, поэтому мне 45 минут ушло на мое плите. Она готовит у меня, мне нравится, когда она готовит, и на ней ничего не горит. И вот равномерненько вот так. Вот. Сейчас мы разрежем. Покрылась вот корочка, прям такой хрустящий, как надо. Что, темно, ничего не вижу. Чарли, ты тоже хочешь? Так, что там у нас? Я тебе подсвечиваю. Подсвечиваешь? Корочка должна такая быть хрустящая, сырная. Так, дальше тут картошечка нам приготовилась. Я все по слоям пробую. Угу. Что-то у меня все развалилось. Это? Мужчинам, я думаю, это вообще супер. И еще вот это вот самое главное. Ты, блин. Очень вкусно. Можно еще как вариант из куриного мяса сделать. Даже не крутить, а порезать.
Грибы туда можно заменить, допустим, картофель. Ну, включаем фантазию и пошли. Меня вот с этим делом как-то я люблю очень. Ну, это просто классический вариант. Самый обыкновенный, который мы с детства знаем. Очень вкусно. Очень. Мяско прожарилось, мяско нежное. Короче, я уже на сенокос хочу. Ну так. Так что, кому понравилось, готовьте вместе со мной. Ну что, подписывайтесь, ставьте лайки. Будем дальше дружить, не тужить. Всем всего самого доброго. Пока!